Получил двойку, вот сейчас рассыплю горох в углу и будешь стоять там час. Андрей, ну какой еще горох? Ну, вместо кнута нужно наоборот пряник, в данном случае конфеты. Пряник, сейчас покажу. Вот мой пряник, вот мой пряник. Подождите, это же неправильно. А современное воспитание детей мы поговорим завтра с гостем.